Всем привет! Сегодня еще одна будет реакция, но это не запланировано, так как это потому что было все очень внезапно. Все мы знаем Хаттери. Хаттери представители Исландии на Евровидении были. Вот они внезапно появились на Евровидении, внезапно приехали в Россию с концертами, и сейчас у них внезапно вышел уже альбом. Вышел недельку назад, получается, и вышел клип на песню. Это был Вот, получается, я сейчас смотрю 5 дней назад, короче, вышел клип. Я надеюсь, что там что-то будет интересно для нас, потому что у Хаттери это всегда все интересно, это всегда интересные костюмы, их интересные клипы. Сколько я смотрела, ну, сейчас, которые выходили, меня еще ни разу не разочаровало. Плюс также интересные их песни. Короче, Хаттери — это круто. Вот. Обложка у них альбома такая необычная, в плане того, что там сидит девушка в маске Эйнара, ну, наверное, и либо похожая, ну, с этими и цветами. Название я не смогу сказать, потому что я не знаю, как это произнести. Сейчас посмотрим. Судя по всему, по обложке там видео что-то нас ждет очень интересное, потому что, ну, первый кадр, вот стоп-кадр, уже интригует, что же там такое. Ну, особенно, когда ты еще тексты не знаешь, потому что это исландский, а исландский у нас кто-то знает вообще? В плане того, что группы-то мало встречаются. Вот, ну, понятно, что можно найти перевод еще, ну, потом посмотрю. А на канале, получается, на просмотр 86 тысяч, как бы, ну, отлично. Простите за свет, у меня сегодня он что-то вообще не хочет. То желтый какой-то оттенок, то вот так мигает. Я не знаю, что со светом. Вот. Ждем интересностей от Хаттери. Перевод на английский — это очень круто, в плане того, что англоязычным их поклонникам, ну, так что там с России, с страны СНГ, будет проще понимать, о чем они поют. Это прям уважение к фанатам своим. Блин, это здорово. Ох, уже Матиас круто выглядит. Метеорит сразу вспоминается, Челябинский метеорит. Если кто не знает, можете погуглить. В 15 году в Челябинске упал метеорит. Так что вот. Простите, я не буду читать на английском текст, потому что я хочу посмотреть клип. Если я буду сейчас читать все на английском, ну, типа, и для себя перевести, то я не смогу посмотреть клип. Потом еще раз, на второй раз посмотрю и уже пойму, о чем они поют. Мне все нравится. Мне нравится, как выглядит Матисс, его, причем каждый раз у них какие-то новые такие костюмы, как девочки, очень круто выглядят. Там Андриан был сейчас. Эйнар, то есть, и, конечно, это здесь пока что чуть меньше индастриал, больше такого танцевального, но мне все равно нравится. Погодите, мне кажется, или в образе Эйнара там Клеменс. Ну, что-то очень похоже, ну, глаза, но не факт, конечно, но сейчас еще раз пересмотрю.
ты песню, ошкарифат длину. Литвы и бедным, инка мискун. Инка мискун. Элдумен кейпа. А нет, я все-таки ошиблась, там все-таки Эйнар, потому что он выше, чем Мати Клеменс, и по телосложению. Ну, блин, очень было просто похоже, что это как будто Клеменс, а не Эйнар. А Андре мне напоминает змею, такую всю, фух, весь извиваю. Какой офигенный ты кусочек. Я песню эту, правда, не слушала специально, чтобы... Ну, я часть там альбом послушала, часть еще нет. И вот эту песню тоже не слушала, чтобы не прожить впечатление, когда посмотреть с клипом. Бывает так, что песня сама офигенно звучит, в сочетании с клипом она уже не очень. А ты вот специально не слушала, блин, вот этот кусок Клеменса, как он поет офигенно. О, немножко так еще восточно. Ну и Клеменс не Клеменс, если не разденется. Это прям офигенно. Короче, мне все очень нравится. Великолепнейший клип, просто изумительный. Музыка, их образы, их сюжет клипа. Короче, ну хоть кто-то делает сюжеты. Неважно, откуда они шли, но к чему-то они пришли и нашли кого-то. Ну, я по тексту я не знаю, но я вижу как бы здесь. Это очень круто. Мне очень нравится, что они задействовали кучу локаций, улицы, магазины, лифты, даже просто обычные лифты, то все равно задействован. То есть вот как можно взять. И понятно, что у них снимали там им профессионал, но даже непрофессиональные группы, ну, в плане, которые еще не имеют огромного бюджета, могут точно так же взять любой лифт, любую улицу и вот так же делать. Здесь просто все великолепно. Наконец-то кто-то имеет сюжет, кто-то кучу разных локаций использует, что это очень интересно, и смотреть динамики это очень интересно. Плюс образы все проработанные. У Клеменса, хоть там он сидит голый, но он в этом какой-то непонятной штуке, и тут то тоже уже очень круто. Девочки тоже круто выглядят, их костюмы тоже офигенные. Андриан тоже, вот у них вроде как, если посмотреть, типа между собой не сочетаются все костюмы, но если мне их поставить вместе, у каждого все равно найдется вот какие-то там детальки, те, которые вместе с собой не образуют единое. Матиас офигенный тоже костюм, вот этот белый, я не знаю, ну, типа, ну, не пиджак или что-то такое, вот эта юбка там еще, типа, ну, короче, круто, Эйнар тоже круто сделали, то есть там какие-то вроде огромная такая на нем вся одежда, но она очень круто смотрится.
Все артисты тоже, тоже то, что они очень круто там все сделали в плане того, что вот что-то, ну, видать, они что-то искали или к чему-то и шли, и вот нашли Клеменса, и там потом вот эта девочка с цветами, и что-то... Блин, у меня просто слов нет, потому что это настолько офигенно, настолько песня 5, клип 5. Ну, блин, вот так, вот такие клипы должны быть большинству у групп, потому что вот так должно, чтобы восхищало тебя это. Ну, конечно, также может тебе не понравиться, это я не исключаю. Ну, это просто супер. Это очень здорово, здорово. Ну, короче, это... Я думаю, вы поняли мои эмоции, которые я хотела донести, что вот так должно быть. Ну, я не могу сказать, что прям Hatter — это та группа, которая прям мега популярна. Они популярны, но не настолько, чтобы... Ну, вот, они сняли такой клип, который... Интересно смотреть, я хочу еще раз пересмотреть этот клип. Помимо что прочитать, они писали на английском, это очень здорово, это прям большое-большое уважение к фанатам. Потому что они, в принципе, учли все какие-то там мелкие моменты, связанные с этим, потому что, ну, допустим, на исландском я не всегда, ну, в нашей сети, именно в русской, я не знаю, когда я смогу найти, если кто-то не переведет, кто-то не напишет текст, вернее, на их. А здесь они прям... Ну, блин, это очень круто, это прям уважение со стороны артиста, и опять же, это уважение еще больше со стороны фанатов будет, то, что они позаботились об этом. Короче, тут 5 музыка, 5 клип, 5 образы, это очень здорово. Я надеюсь, что они еще какие-то клипы снимут на альбом, который вышел, но это, блин, сочетание жесткости и при этом какой-то вот этой мягкости, что вот эта девочка такая, там, Клеменс весь такой... Блин, это очень круто, это очень цепляет, и хочешь пойти на концерт этой группы, хочется, чтобы они приехали еще раз, может быть, Russia Cindy Community их привезет. Вот, хочется, чтобы они выпускали еще клипы, еще музыка больше была, ну, потому что они реально крутые, прям вот видно, что ребята отдаются полностью своей деятельности, и им это нравится, и также, опять же, нравится это фанатам, что они делают. Вот такая моя была реакция, это была у меня супер реакция, супер эмоции, потому что, ну вот это меня поразило реально. Вот это, наверное, вот так должно быть всегда. Спасибо за просмотр, в дальнейшем вас ждет влог, потом еще одна будет реакция, да там уже по просьбе сестры моей. Короче, так что ждите, я не думала, что у меня столько реакций будет сразу на канале, но вот так выходит. Если вам нравится, напишите это в комментариях, чтобы я понимала, да или нет. Вот, до скорой встречи в новом видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и мне приятно, когда вы пишете в комментариях, я знаю, что я сделала это не зря. Вот, так что до скорой встречи в новом видео.